Chrystus, wazkries, waisyn na wazkries. u was, brat Piotr Kurkiewicz, Franciszkaniec Kapucyn, w naszych duchownych uprażnieniach pod zagławiem Polniejszy prawał ⁇ My ostatni raz, już nie pamiętam, o czym raz raz e, na pewnika to była druga prytia Pa Matwieju z 25. głowy. Хочу напомнить вам, что 24 глава Матфея — это эсхатологическая проповедь Иисуса, то есть инструкция, как себя вести в последние времена, которые в принципе в каком-то аспекте являются всегда для каждого поколения, для каждого человека смерть является последним временем, но вообще также будет действительно объективный для всех конец мира. I Jezus pokazuje w 24 czwartej głowie, jak rozpoznać, przez kumulację i kulminację wszystich znamieni, wszystich bez bez wykluczenia znamieni, jak rozpoznać już, że znajdujemy się dziedzicznie na w Armagedonie, że to jest w szczególnie jądkich, szczególnie ciężkich wremienach, w ciężkowym wreme, w ciężkowym periody znajdujemy się, żeby ukrypić sam żeby jak tam stać procznym i gotowym, a w końcu 24 czwartej главy napominają, начинаjące które my analizowali, w których Jezus mówi, jak siebie wjeści, уже konkretna, to jest, jak być gotowym na swój koniec i jak być gotowym na koniec Mira. Co oznacza je? To właśnie być na cieku i być подготовленным. Но ну и мы проанализировали практически четыре уже причи и пришли с, 20, с конца 24 и, и с первой половины, половины 25 главы. Ну и, и, наконец есть последняя притча, это уже будет пятая притча про последний суд, в которой Иисус говорит, что он придет и тогда разделит всех направо-налево, баранков, агнцев направо, козлов налево и тогда будет говорить, что я был голоден ты дал мне покушать или не дал я хотел пить, жаждал ты дал э, э, напой у меня или нет я был в тюрьме, ты посетил я был больной, ты помог, посетил я был нагий, голый ты одел или не одел я был э, 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 пришельцем иностранцам иноземцам ты, ты ты гостеприимно принял меня или не принял И можно сказать так, что Иисус в этой притче так как я ее как инструкцию понимаю, он говорит так: перед моим окончательным последним вторым пришествием, w Paruzji, tym torześwinnym z aniołami z widzimym, który zakończy czasy e, mira, zakończy ten świat i od ostatni sót, koniec мира, i koniec Mira i zaczało nowego świata, przed drugim przysiedztwem jest moje trzecie To jest było pierwsze wyflejemskoje, 2000 lat temu, Jezus Chrystus, rodził się, umarł z przyzna Dywy Marii. умер под понтским под понтием пилатом и есть второе пришествие в конце мира так оно будет заметное торжественное победительное триумфальное но между первым и вторым говорят отцы есть третье и это третье пришествие Иисуса Христа совершается хик эт нунг здесь и теперь оно происходит в нас, внутри нас, в нашем внутреннем мире, и оно происходит э, вокруг нас. Э, сделаю ли кому-нибудь чай или черный кофе, или э, подожду, чтобы кто-нибудь предложил мне, что он сделает. Э, помою посуду, сосуду э, сам или подожду, спихну это на кого-нибудь. «Одолжу кому-то деньги или не одолжу? Помогу, посещу, прощу, не прощу?» То есть, все это, при, приму ли я зов Иисуса в какой-то материи, например, иди на молитву или почитай, иди на место у нас, на литургию, иди к исповеди или не приму. То есть, Каждый миг приносит благодать, приносит какой-то зов, приносит Иисуса, который делает суд. И я сам, я сам, можно сказать, сам даю приговор себе, куда пойду, направо или налево, где я окажусь, где я себя построю, направо или налево, смотрят Иисуса». Так что можно сказать так, что Иисус говорит, что, чтобы не, вы не боялись моего второго пришествия и суда, то примите мое третье пришествие. Примите и послужите мне в нищих, в бедных, в нуждающихся. А кто не нуждающийся? Даже богатые нуждающиеся, потому что есть поступки милосердия, касающиеся плоти семь поступков милосердия. Но и эти поступки милосердия по плоти, то делаем, скорее всего, перед бедными. А насчет богатых есть семь поступков милосердия по отношению к душе богатые люди очень часто бедные духовно, а бедные очень часто богатые духовно. Так что бедным надо помогать по телу, а богатым по душе. Ну, так говоря, очень просто и слишком даже просто. Но тем не менее, что-то в этом есть. Так что имеем семь хороших поступков, что касается плоти и также семь хороших поступков, что касается души. Каждому человеку можем через один из этих 14 поступков послужить, а в нем Иисусу. И если мы это будем делать, если будем служить, а не ждать, чтобы нам служили, если будем помогать, а не ждать, чтобы нам помогали, если будем прощать, а не ждать извинения от других, если будем слушать, а не желать лишь только владеть, если будем занимать последнее место, а не пытаться прорваться в на первые позиции если мы будем в таком движении в таком направлении, в таком менталитете ну, то мы можем не бояться, то мы есть готовы то есть Иисус говорит чтобы вы не боялись меня приходящего низ приходящего из верха принимайте меня сейчас приходящего, Горизонтально. Он придет когда-нибудь когда на тучах небесных с ангелами своими. Это, скажем, такое немножко движение низ, низ а, сойдет. А, движение вертикальное. Чтобы не бояться и чтобы быть готовым принять его вертикально и окончательно. Na dany moment nada nam przyjmować jego to jest miłość bratska. Lubow, bratwka", Lubow bratwka jest sposobem was i gościnności eee, i Jezusa, który przychodzi przez braciów, który przychodzi przez sytuacje, który przychodzi teraz do mnie w mojej egzystencji, w egzystencji moich w życiu moich bliźnich. Ot, Так я бы видел. Я приду когда-нибудь к вам вертикально, чтобы вас также в вертикал взять и оформить. Но пока я прихожу к вам горизонтально через ваших ближних и через обстановки, ситуации, которые сочиняю вам в жизни. Примите меня сейчас такого. Так что, э, вот это последняя инструкция. Давайте еще раз повторим. A te przecz, pierwsza przecz była, że trzeba Iisusa, jak to nada, ażdać Jezusa jak zbawdeja i i trzeba boderstwować, nada być bdytelnym, nada być natchku, nada być gotowym. Ta pierwsza przecz była z 24 głowy. Druga przecz to była, że to Надо быть как хороший работник Иисуса, слуга Иисуса. Если он давно у нас, то надо просто этот долг собачий, рабский долг перед Иисусом исполнять. Если я священник, то я должен молиться. Если я священник, я должен проповедовать. Если я священник, я должен э, исповедовать, совершать святую мессу, раздавать причастие. Если я священник, я должен воевать с Ересью. Если я священник, я должен... Э, выходить навстречу людям помогать людям материально также Короче говоря я священник я имею свой долг я должен этот долг отдать я должен это это это, это доброе дело соблюдать совершить сочинить я должен исполнить свой долг это и даже если это длится это, если долго Иисус не приходит Ничего, продолжаем верно, как черепахи господни, продолжаем, да, в ювилеи входим, э -э деревянный, там бумажный какой-то ювилей, пятилетия, наверняка, э -э десятилетний ювилей, деревянный, 25-летний ювилей, э -э серебряный какой-то, э -э золотой 50-летний ювилей, э -э диамантовый ювилей, 75. 75 лет верного, как собака, как, как лошадь у Господа служения. Вот так. Вот так. То это вторая притча. Третья притча, помните, это уже с 25 главы, это было про 5 мудрых и 5 дурных, глупых, неразумных девственниц и девушек. Но и здесь мы говорили, что надо делать все с такой мотивацией, потому что там все делают добро, все делают набожность, эти девушки. Но надо делать с такой мотивацией, чтобы угождать Богу. Не себе, не обществу, не церкви, nie siebie także nie, nie swojej sowiesti, nie, nie swoim tam nawstwom nie swoim tam czustwom jakim to religijnym ili jakim ta e, etycznym moralnym tylko jak raz ugażdać bogu po żeby on w zasługu, że to my jewo je mu tym panradica je mu tym służyć on nam daje nagradzenie a nie sława моя, а не слава в глазах и на устах людей. Не такое награждение меня интересует. Так что и одни девы, и вторые делают добро. И одни молятся, и вторые молятся. И одни религиозные, и набожные, и другие. И все там помогают старушкам. Что же ты, моя старушка, приумокого окна? но одни делают это так, что Дух Святой накапливает им благодать, и у них уже такая емкость с дополнительной запасной благодатью, маслом, а вторые нет. Вторые получили другое награждение, но не собрали этого масла, этого награждения, этого не накапливали этих благодатей. Почему? Потому что лайфмотив, интенция, намерение было плохое. Они делали то же добро, которое делали pierwi jediewy no działali je wo dla swojego dla siebie, dla swojego to żeby ludzie widzieli но no, с нечистым намерением, с нечистой интенцией. Поэтому Дух Святой сказал, получили вы же свою награду, награждение, получили от себя, получили от людей, похвалились сами, пожалуйста, поэтому делаем так, что не знает левая, что делает правая рука, что люди не видят, а если видят, то делаем скромный вид, чтобы не догадались, делаем это тихо, то есть делаем оптимально так, чтобы не светиться перед людьми, только перед Господом. Тогда получаем массу тогда получаем награждение, тогда Господь придет нам в помощь в сложное время, и наши лампадки не потухнут. Ну и потом есть предпоследняя про пять, два и один талант. И там говорится так, что это всякие таланты от нас, а таким талантом есть и время, слушайте, и IQ, и лорас интеллигенции, интеллигентности что, не знаю, эрудованность, деньги, власть, влияние, красноречие, э, умение петь, умение бежать, э, спорт. Ну, короче, э, коннекции, знакомства, вся знакомство, знакомства, не знаю, как по-русски, а как по-украински. Э, все это есть, и все это долгая жизнь, правда, здоровье, э, красота, все это не твое, твое, если лишь только греховность твоя, грех есть только твой. Все остальное есть от Бога, и плоть твоя, и жизнь твоя, и время, и деньги, и здоровье, и умения всякие, и мудрость, и знание, все есть от Бога. Даже то, что люди хотят тебя слушать или нет, твоя симпатичность или асимпатичность есть от Бога не твое это. Это таланты, которые даручил тебе Господь. Размножуй их, служи ними, как Он хочет. Максимально для Него, чтобы потом Ему все отдать. Ты получил пять талантов, ты отдашь десять. Ты получил два, ты отдашь четыре. Это не для тебя. Это некоторые радуются, что «О, я получил пять». Лучше получить наверняка один, потому что ты должен получить один талант то есть быть бесталантливым вообще означает, что ты вынужден, но и должен отдать господину лишь-только два таланта. Это еще не так тяжело. Как-то получится банкирам отдашь, там все хорошо будет. Но получить пять талантов ⁇ это, это есть ловушка. Потому что надо отдать десять, так что надо бояться быть талантливым человеком, потому что придется сильно работать, кому много дано от, от этого много потребуют эм, требуется. Одним словом, это не твое, и прибыль не твоя. Это не тебе дано, не на собственность тебе дано. Только отдашь это Господу. Это ты дикая собака, и ты будешь... Ты будешь пахать для Господа. Ты, дано тебе много, а задачи на тебя много. Поэтому пахай, работай, получишь награждение. Но работай. И здесь есть трудолюбие. И здесь есть понимание, что это не мое. Скромность. Истина. И здесь есть также ну, риск, смелость. А если не риск, то здесь есть кротость, чтобы пойти и передать свой талант, свое свободное время, свои деньги. Отдать банкирам, то есть специалистам, которые разберутся, как использовать твои таланты, которыми ты не умеешь двигать, размноживать. Они смогут использовать тебя во благо Божье. Ну и последняя притча, о которой я сегодня говорил, про суд, to jest przyjmować, пока Chrysta przychodzącego, horyzontalnie z strony bliźnich i służyć jemu, obsłużywać Jezusa, który już przyszedł, no jeszcze nie wertykalna, akcentuálna, tylko horyzontalna, wariantna. No i na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że wszystkie te pręciki, to jest 24 czwarta сценария конца мира последних времен она немножко страшная эти все катаклизмы гонения э, эти уже пророки уже апостолы э, это уже пришествия господнее может все это напугать темная картина 24 главы темные знамения эпидемии, катаклизмы, как себя вести? Сразу человек боится, э, как-то боится, хочет как-то спрятаться, войти в ополчение какое-то, э, в панику войти. Но эти притчи в принципе несут нам свет, несут нам спокойствие, какой-то баланс, уравновешенность, спокойствие они говорят, они показывают, что это длинное время обычно, они показывают, что надо день за днем, что это монотония, что это обязанности, что так, это быть готовым, быть на чеку, быть в бдении, быть в... бодрствовать, быть внимательным, правда, быть в таком сосредоточении, в таком напряжении, первая притча, но уже вторая показывает, что это длинное время сужения, что надо постареть, в процессе исполняния своей должности. Ну, и потом мотивация у этих мудрых девственниц, а потом трудолюбие при его талантах у меня сложенных, во мне сложенных, и наконец, чтобы людей оформлять. Все, мне кажется, эти притчи, они приносят такое спокойствие, и говорят нам, что это в наших силах. Iż to abrasienie nasze, to nie stolka, dałżno być kompulsywne, fajerwerkowe, jakie to spektakularne, jak firewerki, stolka organiczne, spokojne, roztjarnute na, na długie, na długie, wreme, urownawiewszone, zbalansowane, spokojne. И знаете, примером, э, что все это должно быть в балансе, уравновешенности, в спокойствии и в органичности, и есть процесс, э, процесс худа, худеть-худать в своей плоти, в своем весе. Держать хор хороший метаболизм э, в своей плоти. Для этого, чтобы похудеть, нужно, между прочим, быть счастливым, быть спокойным внутри в душе. Нужно э, дисциплинировать свой желудок, мало кушать, так чтобы он сам ставал поменьше, поменьше этот желудок, а не распыхать его. Нужно, нужно кушать в меру, нужно не думать об этом слишком. Нужно вести спокойный, уравновешенный как-то цикл кушать и не кушать. Одним словом, мне кажется, что процесс не зависит лишь только от, от, от одного элемента, что я кушаю, или сколько я кушаю, или сколько, как часто я кушаю. Но также зависит от вообще счастья, от этого, имею, имею какую-то радость в жизни, имею какую-то цель в жизни, я озадачен ли я в жизни, имею ли я смысл смысл в этой жизни. Так что есть наверняка много элементов, имею ли я любовь в этой жизни, имею ли я общину друзей, друга в этой жизни, чтобы делиться своими стрессами и проблемами, чтобы потом с другом, этим вертикальным небесным, с этим горизонтальным другом обговаривать, осуждать мои проблемы, а не в панике компульсивно пытаться отреагировать в еде. Так что проблема еды, и нашего толстеть или не толстеть, или держаться в форме, это такой, между прочим, мне кажется, показатель э, этого, э, правильно ли я вообще живу духовно. Конечно, бывают и ситуации патологические, что человек набирает веса через болезнь конкретную, но часто этой болезнью есть нехватка. Холистического обращения в жизни. Спасибо вам за внимание и до следующей, если Бог даст, встречи. Папа! -па.